Масленичная неделя широкая, веселая и, конечно, сытная. Какая масленица без желтых, круглых, поджаристых блинов? На стойках раздачи не найдется горняка, который не попросит положить в тарелку пару-тройку, а то и больше блинчиков. В эти дни в столовых цехопитания их пекут тысячами. Основные ингредиенты известны профессионалам и каждой хозяюшке – молоко, яйца, масло, кефир. Но не менее важен еще один. О нем никогда не забывает повар столовой номер 4 в УГП Светлана Полянская, как и все ее коллеги по работе у плиты. Чтобы были блинчики вкусные, и как бы надо все тесто делать с душой. Блины с припеком, царские, гурьевские, под стать количеству рецептов и разнообразие начинок – мясо, творог, грибы, рыба. Каждый год в цехе питания ищут новые рецепты, все, чтобы порадовать работников комбината. Блины у нас бывают разные, ассортимент большой. Ну, со всем чувством, с доброй душой блины получаются пышные, пушистые, красивые. На масленичной неделе преображается не только меню, но и столовые. Так, в столовую ад постарались придать старорусские традиции. Здесь и рушники, и плетеные дорожки. Меню в столовых цехопитания разнообразно не только в праздники. Каждый день работникам Михайловского ГОКа предлагают на выбор множество салатов, первых и вторых блюд. Бонусы от поваров, на которые они никогда не скупятся, улыбки и хорошее настроение. Масленичная неделя у нас шикарная. Девчонки постарались. Накрыли красивые столы, все украсили. Блинов, я не знаю, сколько сортов у них тут, все очень вкусно. А вы какие вот вам нравятся? И, ну, я вообще все люблю, судя по моей комплекции. Ну, больше всего с мясом. У нас замечательная столовая. Очень вкусные блюда готовят. Особенно сегодня, когда проходит масленичная неделя. Разные блинчики с разной начинкой. Вот, очень отзывчивый у нас персонал. Всегда вкусная, свежая и полезная еда в столовых Михайловского ГОКа – значимая часть социальной политики «Металлоинвеста». Важно, чтобы горняки, много сил оставляющие на производстве, могли вовремя подкрепиться и чувствовать себя по-домашнему комфортно. И благодаря кулинарным талантам работников цеха питания это удается и в будни, и в праздники.